Всем привет, канал Гусев Крузье. Сегодня обзор AppCoin, такой типа социальной сети. Год назад я здесь был зарегистрирован. Тут я насобирал 1000 монет. Но здесь попросили КУС заполнить, это значит личные данные, типа представьте скан паспорта или свои водительские права, все, что подтверждает вашу личность. Я решил этим не заниматься. Мне заблокировали аккаунт. При достижении 1000 монет для вывода я понял, что с сайтом этим делать нечего. Да, там единственное, что приятные люди сидели, даже были некоторые, показывали, как они выводят монеты. Но меня заблокировали. И так как я нахожусь в Славянской, в одной из стран, тут вывод таких монет невозможен. В конечном итоге я бросил это дело. Уже прошло год или два, точно не помню. Эта монета где-то даже торгуется, где-то не торгуется. Вообще интереса в ней нет. Просто это один из роликов, который я обещал про эти типа соцсетей. Таких соцсетей много, было и есть. Но в некоторые реально работают, как, например, Main Community, а некоторые вообще не работают, а лишь обещают. Сильно тут что-то рассказывать про эту социальную сеть я не буду, она неинтересная. Кто захочет, разберется. Все, пока. Всем пока. Это я уже говорил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, хотите комментарии. Все.